Так, всем привет! С вами канал Art Money. В последнее время меня прям потянуло на такие всякие смеси. Видимо, просто времени сейчас ремонт, пока времени сделать суп некогда. Все это чистить, резать, полдня займет. А вот с такими очень легко. Сегодня у нас с вами небольшой такой будет обзорчик. Овощи по-деревенски. Ну, вроде бы как должно быть что-то примерно вот такое же. Брокколи вот я тут вижу. Мне что-то очень прям понравилось, захотелось. Покупала в Пятерочке по акции рублей за 60-70-80. Где-то вот так вот. 4 сезона. Ну, 4 сезона, в принципе, не очень хорошая. Но давайте посмотрим, что же у нас там внутри. У нас сегодня будет, кстати, суп с фрикадельками. Ну, я думаю, все знают, как он делается. Надо было, конечно, камеру на штатив поставить. Что-то мне так лень, честно говоря. Ну, с вами сейчас вот так. Та-дам! О! Смотрите, а здесь классно! Здесь, ну, более-менее подобие, кстати, похоже. Подобненько, да? Так, прямо подобно. Морковка там, и брокколи. И это, конечно, не вот прям та же, как здесь. Но что-то там более-менее. Потому что предыдущую смесь мы с вами открывали. Я уже сейчас забыла, какая там была. Там был просто кошмар, вы помните. Просто кошмар. Здесь вот еще более-менее подобное. Ну, конечно, здесь брокколи красивые. Может быть, конечно, она сейчас заморожена и потом раскроется. Хотя я сомневаюсь. Но более-менее. Морковка, конечно, кстати, здесь нарисована крупная. А на самом деле там... Сейчас мы с вами... Так, сделаем. Вот. Морковка там, конечно, просто очень маленькая. Блин, потеряла. Вот она. Морковка малюсенькая. Здесь нарисована вон она большая. То есть, блин. Ну, хотя, в принципе, вот она, брокколи. Ну, ничего, кстати, так классно выглядит. Хорошо выглядит. У нас там водичка закипает. Сейчас я буду делать. Вот у меня остатки фарша остались. Вчера я делала ежики. И места не хватило. Я не стала делать еще ежики. Решила сделать суп с фрикадельками. Давно уже не ели, соскучились, наверное. Должно быть, получится вкусненько. Потом покажу, что у нас там как получилось в конце. Так, смотрите, получается, здесь еще кукурузка должна быть, но ее очень мало. Вот она. Тут вот маленький кусочек. В основном какие-то белые куски непонятные. Ну, вот это довольно маловато, конечно. Морковка совсем... Морковка, ощущение вообще, как будто что-то крошили, остатки остались, мусора, и вот она. Перец, кстати, еще. Перец, ну, перец, конечно, само собой, его мало. В основном вот что-то белое, не знаю, посмотрим. Картошка, наверное, это. А вот состав. А, ну вот, состав. Картошка, брокколи, сладкий перец, зеленая фасоль, зерна кукурузы, морковь, лук. А, ну, значит, это картошка. Ай! Просыпалась. Картошка, значит. Не очень хорошая, кстати, фасоль. Она должна быть вот такая вот. Это вот молоденькая. Вот это старая. Наверное. Или нет. Фиг знает. Ладно. Будем готовить. У нас уже тут вот все закипело. Я уже вермишельку, специи. Это лавровый лист забросила, мясо там уже вываривается. Но получается, видимо, очень-очень много. Опять я с водой перепутала. Сейчас высыплю, и будет просто вообще нечто какое-то. Смотрите, как классно смотрится. Такой красивый он. Вот это вот маленькое, это лук. Картошка, лук вообще прям мелко порезанный. Не лень. Резать. Вот что у нас получилось. Уже не так смотрится. Ням-ням-ням. Тебе ложку дала зачем? Ложку ешь. Грязными руками не надо есть. Руками. Ложкой. Вот это что? Попробуй, знаешь.
Так проходят мои вечера. Сижу, монтирую. В наушниках. Вот так у меня здесь все видно. Здесь у меня подарки. Конфеты. Вот этот самый шок конфет. Не могу. Ем и ем и ем. Обалденно вкусные. Здесь вот гора. Ремонт. Ремонт такое дело. Там тоже. Небо поголубело. Солнышко вышло. Вот везде такие скидки огромные. Акции, мыло всего 30 рублей стоит. Так за 50 было, а по 30. Как будто не день Валентина, 8 марта. О, вот смотрите, как не видно вам. Снег слетает. Ветер там. И снег летит. Задувает. Интересно, как. Уже вечер. Ну, как красиво смотреть.